Станция Нахабино окрасилась в черно-оранжевый цвет памяти. Георгиевские ленты пассажирам второго диаметра раздают шестеро волонтеров и членов объединения «Молодой Красногорск». Повезло оказавшимся в нужное время в нужном месте. Ребята говорят, ленточки расходятся быстро. Если бы мы стояли и раздавали бы какие-нибудь листовки, люди бы проходили мимо. Но мы даем ленточку, и каждый человек тянется и просит себе еще одну для брата, жены, ребенка. И вообще люди все реагируют достаточно позитивно. В основном старшее поколение как раз таки и берет ленты. Младшее поколение, они уже не так к этому относятся, а вот для старших это все-таки память и очень многое значит. История Великой Отечественной – это то, что не подлежит забвению для всех поколений, считают сами волонтеры. Поэтому каждый год охотно участвуют в патриотической акции и стараются привлечь ровесников. Свою почетную миссию добровольцы выполняют и на станции Павшино. У всех, кто с благодарностью принимает ленточку, символ грядущего Дня Победы вызывает особенное чувство. Естественно, чувство гордости за наши прошлые годы, которые старики, наши родители, деды, бабушки, предки наши отстаивали, отдавали свои жизни. 2500 георгиевских лент. Столько добровольцы раздали в первый день акции. Она продлится в Красногорске вплоть до 9 мая.